Приветствую, дорогие друзья, с вами Дариди, добро пожаловать в игрушку Клон Армия. Мы с вами будем играть в мультиплеер. Базу я пока что такую же, наверное, оставлю. Жалко, что мест нету. Можно, в принципе, если что, можно будет открыть капсулу. Так, ребят, в общем, let's go, ищем игрока. У меня уже довольно-таки хорошее звание, сейчас будут топовые игроки попадаться, я думаю. Да, ребят, бывает такая фигня случается, что очень долго грузится, у меня уже 3 минуты грузится, я на паузе сейчас сижу, жду. Надо просто выйти, наверное, и заново пробовать опять зайти. О, ребят, я реально очень долго ждал. Может быть, это из-за ранка, потому что мы не могли подходящий ранг найти. Короче, ждал минут 10. Наконец-таки. Я первый хожу, но это... А, я защищаюсь, блин, ну это будет долго. Возьмем автоматчика. Я постараюсь на максимум продержаться. 38 секунд у нас есть. Начинаем стрелять. Так, чего он пойдет, я не знаю. Слушай, ну у него хороший ранг. У него все шансы. В смысле? Это что такое было? Он сдулся, что ли? Давайте я возьму еще одного автоматчика. А, возможно, моя артиллерия его подстрелила, попала. Я немножко позади буду идти. Не знаю, кого он будет использовать. О, стреляет, уже стреляет. Он взял автоматчика. Так, ладно. Просто тупо тянем время. Я в него не попал, да? Короче, надо будет выбежать. Выбежать и убить его уже. Отлично. Чем мы там резину тянули? Выбежали и все. А он бы все равно не успел. Ой, он со мной намучается, я думаю. Он со мной намучается. Я буду стараться. Я пока что не буду использовать. Давайте возьмем Рокки. Хотя стоило взять автоматчиков. Рокки по-своему крутой. У Рокки, во-первых, он быстрый. Можно с ним на разведку ходить. Так, я думаю, Рокки тоже иногда можно использовать. Ух ты, нифига себе, вот это плохо. Вот это плохо очень. Я не знаю, почему он так и сделал. Отлично. Отлично сыграли. Так, ну давайте, давайте возьму пулеметчика. Он лоханулся. Да, конечно, он крутой. А вот этот тип... Нам нужно правильно играть. Если не умеешь играть, бери пулеметчика. Он реально... Он создаст проблемы, это 100%. Но пулеметчиком тоже надо правильно играть. Правильно рассчитывать. Пока что не может мою оборону сломить. Че, все что ли? Блин, так неинтересно. Я хотел подольше. Просто зажали. Я давайте опять возьму пулеметчика, пофиг. Пускай два раза будет пулеметчик, потом возьмем что-нибудь послабее. Так, ну все, погнали. Я даже дам фору, пускай этот будет подальше стоит. Я тут буду стрелять. То есть так, как он запоминает действие, нужно стрелять прям сразу. Вдруг он быстро до базы дойдет. Мы тут будем прикрывать его. Все, ребят, он ничего не может просто сделать. Мы просто прессингуем. А, ну, если не знаешь, кого взять, я не знаю, ну, бери Рокки, да. Рокки довольно-таки дешевый, довольно-таки шустрый, быстрый. В общем, хорош Рокки. Чисто можно вот на разведку тоже самое сходить. Просто спампуль какой-то. Спампуль получается. Спампуль. Спампульчик получается. Реально очень, очень много пуль. Воу-воу-воу-воу. Робот он тоже, он очень легкий. Но он очень мощный, крепкий. В смысле, он мощный по урону. А по броне слабенький. Давайте тактического возьмем. Тут мы раз все равно победили, я просто им прямо пойду. Хотя я бы лучше вместо вот этого чувака взял бы пулеметчика. Пока что он самый крутой тут. Вы мне писали, зачем пулеметчик, все такое. Мне нравится пулеметчик, он реально крутой.
Кстати, почему-то враг не использует пулеметчик, не знаю, может он даже не прокачивал его. Он взял базучика, но это ему вообще не помогло. Вообще не помогло никак. Короче, не сломит он мне, я думаю. 300 осталось. Напоследок мы, конечно же, возьмем пулеметчика. Тем более мы 6-го левела пулеметчика. Вот реально дойти не может. Поначалу было сложно, да, мне играть. Нифига себе, офигеть, как много пуль. Просто спам-пуль какой-то, спам-пуль. Спам-пульчики. Нифига не получится, мы его задавим, просто задавим. Он взял танк, нифига себе, крутой тип. Какого-то черта он отступает. Под конец решил танком. У него танк первого уровня. Отлично. Отлично, ребят, победа. Не знаю, он будет сейчас играть, нет? Или он просто сдастся? Так, 600. А, если ты меня видишь... Зидеч, да? Дитч. Блин, сложно по-английски читаю. Дэч. Если ты меня слышишь, то передай привет под комментарием. Так, ну что ж, короче, я беру пулеметчика, как всегда, моя тактика. Нифига себе, у него танк, слушай, офигеть. Офигеть, это будет сложно. Так, попробуем вот этого гада смести. Получилось, получилось, ребят. Ладно, это пока что была первая попытка, но у танка половину жизни забрали. Берем опять пулеметчика. Нормально. Кстати, ребятки, я оставлю ссылку на канал Good Game, это мой второй канал. Пожалуйста, поддержи меня лайком, подпишись на канал, там всякие разные игры со смешным голосом. Блин, вот это бесит. Не знаю, у меня периодически такая проблема случается. А, смогу ли я пулемет убить? Ну, ты смог, отлично. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Больно, больно, мне покосячил. 20 секунд у меня еще есть. Надо идти вперед, надо идти прямо. Немножко покосячил. Да реально я могу одними пулеметчиками его снести, он ничего не сделает мне. Я просто не знаю, кем еще нападать, но пулеметчики крутые. Так. Давайте, наверное, так и будем, почему бы нет? Может, потом разработчики как-то их всех пофиксят, сделают кого-то посильнее, кого-то послабее. Только не пулеметчиков моих любимых, не надо их фиксить, они крутые. Просто жесть, они, во-первых, и танчики довольно-таки неплохие. И просто круто спамнят. Чувак, иди, главное не бойся. Я за тобой. Так, отлично. Все, ты все равно сейчас сольешься. Поэтому я один пойду тут. На изи просто снесем сейчас. Я бы, наверное, еще раз поиграл. У него даже не получилось стрельнуть. У меня осталось 17 секунд. Я думаю, все. Это зачистка. Это победа, ребят. Офигеть. Я думаю, скоро все будут пулеметчиками пользоваться. Но, как ни странно, он всеми пользовался, кроме пулеметчиков. Так, смотрим, что мне дали. А почему так мало? Почему 58? Блин, это что, максимальный... Максимальный ранг? По 100 обычно давали. Давайте я открою за 14 монеток. Просто чтобы чисто место освободить. Ну тут простые, тут навряд ли что-нибудь крутое дадут. Так, потихоньку, помаленьку. Можно накопить. Так, ну неплохо, неплохо. Найдем у кого-нибудь, нет, интересно. Надеюсь, что найдем. Я так понимаю, те 58 опыта ранга, которые мне дали, я у него как бы отнял. О, ребят, мы нашли кого-то.
примерно нашего же ранга. Офигеть. Это будет интересно. У него 600 ранга, первый танк. Вот это будет жесть. Я прям чувствую. С ним будет сложно. Так. Я первый, да, хожу? Постараемся как можно быстрее его сделать. Погнали. У него первый танк. Вот это будет очень сложно. Мой единственный шанс просто наступать. Ладно, пофиг. Неплохо. Слушай, а он молодец. Он крутой. Я думал, с ним будет сложно тягаться. Я не знаю, как я буду отбиваться, но, короче, за 4. За 4 хода попробую его победить. Это мой единственный способ. Я реально боюсь. Так, сейчас я этого мелкого, думаю, снесу. Так, пофиг, у меня ничего не остается, как завалить танк. Просто будем танк валить. Так, уже получен. На кого он копит, интересно, на кого? Ребята, это жесть. Это жесть. С ним будет очень сложно, с ним будет очень тяжко. Он уже знает, чем я буду ходить. Нифига себе, наконец-таки достойный соперник. Если ты меня слышишь, оставь в комментарии какой-нибудь, что это был я и на какой минуте. Ну ты крут, ты крут. Ты единственный, кого я немножко опасаюсь. Нифига себе, он подлетел, смотрите. Офигенно здорово он подлетел. Давай растопчем этот танк. О, отступает, смотрите, он боится. Он реально боится. Надо наступать, по-любому надо наступать. Давай, сделай это. Чувак, сделай это. Фу, боже мой. Сколько, сколько попыток. Он реально, он тоже боится. Он отступает. Короче, ребят, но у меня действительно единственный выход, это... Сейчас заспамним его. Потом давайте я возьму все-таки вот сильного робота. Да, вот это последний будет пулеметчик. Потом пойдет сильная артиллерия. Так, не даем ему проходу, спавним, все, просто спавним. Так, главное, чтобы не помогали. Чуваки, я должен сзади идти вас. Он взял. Ой-ой-ой, назад, назад. Сзади стоим. Так, нам надо вот этого гада снять. Давай, давай, сними, пожалуйста. Отлично, мы его сняли. Слушай, я не знал, как я от него отбиваться буду, но это топовый чувак. Надеюсь, я справлюсь. Так, короче, берем. Берем, берем. Тут вертолет точно не поможет. Либо робота надо брать. Вот этого я возьму за 800. Очень аккуратно, ребята, мы играем. Мы ему просто можем легко погибнуть. Просто пока что идем сзади. Пускай он всех зачистит. Мы потом очень сделаем грамотно и очень быстро. Ждем до последнего, когда вот пойдет. Он пока не знает, кто у нас. Это пока что сюрприз для него будет. Он быстро ходит, он быстро их догонит. Так, давайте. Давай, чуваки, надо вовремя рассчитать этот момент. Давай, давай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Очень плохо, ребят. Очень плохо. Офигеть. Что мне делать? Что мне, елки-палки, делать? Что мне делать? Тут только один способ. Либо, конечно, гиганта можно взять. Давайте все-таки попробуем добить его пулеметчиками. Надеюсь, у меня получится отбиться от него. Так, экономим силы.
Блин, вот отбиваться будет очень сложно. Я не знаю, что он приготовит мне. У него тоже куча пулеметчиков. У него третьего ранга. Да блин, да как так-то? Ребята, я не знаю, что-то мне тут делать. Я реально в шоке. За восьмой раз, подожди, сейчас будет седьмой, а потом восьмой. Нам дадут 1000. Нам дадут 1000. Если я возьму робота, и попробовать в конце роботом сразиться. То есть это будет сколько? Блин, короче. Я вообще какую-то фигню взял. Черт возьми, знаете, кого я взял? Чувака, который пилит. Жесть. Слушай, я, возможно, тут проиграю просто тупо. Постараемся добраться до пулеметчика и просто выпилить ему все. Все нервы, я не знаю. Чуваки, давайте. Потом возьму робота, постараюсь роботом затащить. Это мой единственный способ будет. Единственный мой шанс. Чуваки, давайте. Держитесь вместе, главное. Да чтоб тебя, да как я так подойду к ним? Жесть. Давайте хотя бы в ничью, что ли, сделаем. Он молодец. Причем у него третьего левела только. А я, дурак, накосячил. Так, дисплей. Ну что ж, последний шанс, ребят. Это единственный мой способ победить в этом адском просто замесе. Так, ну мы можем прыгать и стрелять ракетами. Ждем нужного момента. Нам нужно наших так тоже прикрывать. Так, подожди, а ракеты как у тебя, далеко? Блин, они не очень-то уж далеко летят. Давайте, ребятушки, давайте. Давайте, идите, сделайте это. Так, короче, тут надо прыгать по-любому. Жесть, ну давайте в ничью хотя бы. Короче, не получилось. Что могу сказать, молодец он. Я, знаете, я проигрывать не хочу, поэтому давайте попробуем сделать ничью, что ли. И посмотрим, выиграет ли он меня. А... Ник не прочитал. Никлип Ас 98. Ты вообще топовый чувак. Я в шоке, ты, кажется, у меня сейчас заберешь опыт. Но я постараюсь все-таки отделаться. Так, 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 так. Я защищаюсь, да? Хорошо, я возьму автоматчика. У меня своя тактика. Нифига себе, он, конечно, танк поставил. Но танк мощно помогал. Он уже зачистил. Он, смотрите, он взял пулеметчика. Молодец. Он делает все правильно, в принципе. Так, сейчас будет наступать. Так, осторожно. Время закончилось. Время закончилось, и он, по сути, просто развалился. Так.
кого возьмем, наверное, также давайте. Автоматчика. Вообще нам надо до пулеметчиков копить. Слушай, может быть нам чуваков с ножами взять, чтобы подэкономить. Если совсем тяжко будет, но нам нужно будет по-любому пулеметчики. Ну, у него тоже тактика с пулеметами. Пулемет реально тема. Сзади просто стоим. Он по времени просто не успеет. Отлично. Неплохо, неплохо сработали. Так, нам постоянно будет по 200, да, давайте, я так понимаю. Давайте подумаем. Давайте подумаем. Я думаю, мы отобьемся, да? Давайте чувака Рокки, что ли, возьмем. А я смогу ли я два раза Рокки отбиться? Потому что нам нужны будут пулеметчики, это 100%. Так, вот так стоим. Попал в меня, гад. Воу-воу, опасно. Слушай, Рокки, если правильно его использовать, то он тоже топовый чувак, молодец. Да фиг у него получится разгромить. Короче, в ничью сыграем, давайте. Так, следующий мне дадут 200, да? 200 очков, того будет 600. Если я с никого не возьму. Или возьмем за 150. Давайте возьмем, давайте Рокки опять возьмем. Пока что он не может пробиться. Рокки это просто спам. Спампуль какой-то. Новое слово спампуль. Круто сочетается. Спампуль. Прям как кликуха у кого-то спампуль. Блин, надо было свой канал спампуль назвать. Я выбираю, нет, конечно. Спампуль. Так, просто не даем им прохода. Нам нужно просто продержаться. Так, что-то отступай, отступай. Он по времени опять просто не успеет. Отлично. Так, хорошо зачистили. Так, ну что ж, подожди, сколько у меня? Сколько у меня? 500, да? Сейчас еще берем Рокки, потом два раза сможем как раз взять пулеметчиков, да. Два раза беру пулеметчиков. Последний раз нам нужно отбиться руки. Не, ну у него тоже жестко было в начале танк. Это жесть просто было. Нифига себе, он вертолет взял. Он реально взял вертушку. Он просто хочет зачистить вертушкой все. Жесть, ребята, жесть. Держимся. Слушай, вертушка неплохая, да, она неплохо зачищает в мультиплеере. Но он тут проиграет. Короче, две попытки, и эти две попытки мы с вами берем пулеметчиков. Это 100%. Иначе мы проиграем. Так. Я специально копил, чтобы как раз 6-7. Ну вот 6-7 я смогу пулеметчиками, в принципе, добить. Тут надо рассчитать. Жесть какая-то.
Не знаю, получится у меня не... или нет. Будет ли еще вертолет один? Я, по-моему, вообще не достану до вертушки. Сейчас больше времени, 50 секунд у него есть. Пытается добраться. Не получится у него. Ладно, время на моей стороне. Пускай. Самое главное, держим оборону здесь. 28 секунд. Надо поверху тоже стрелять. Так, нормально. Ну, два раза я использую, допустим. Два раза я использую пулеметчиков, а что потом? Все, просто по времени. Не успел. Ладно, ребят, смотрите. Я беру... все нормально, я беру пулеметчика, и потом мне еще дадут 200. То есть все хорошо. У меня будет 400. То есть нормально. Можно чисто пулеметчиками сейчас вывести. Просто давайте в ничью хотя бы сыграем. Хотя бы в ничью. Это реально сложно. Мне очень сложно соперник достался. У него две попытки. Возможно, он робота использует, я не знаю. Опять этот вертолет. Не, вертушка оказывается хорошая, да. Очень тактичная. Можно было даже ему две вертушки выпустить. Она именно хороша вот в мультиплеере. Держимся, ребят. Держимся. По сути, нам надо только время тянуть, и все нормально будет. Вот этого чувака, который стреляет бомбами, он очень тактический такой. Поэтому нужно его сохранить ему жизнь. О, танк пошел, нифига себе. Вот зря он не наступает, он уже время потратит. И танк, по сути, ничего не сделает. Так, молодец. Нам нельзя никак позицию терять. Если верхнего чувака убьют, то нам хана. Так, нормально. Секунд, зря он не наступает. У него последняя попытка у него. Все, мы тут прямо идем. Фуф. Офигенно. Разработчики должны все-таки доработать всю систему, чтобы каждый юнит был по-своему хорош. Ну, в принципе, оно так-то оно и есть, но все же еще много-много надо доработочек вот таких небольших делать. Я, ребят, конечно же, буду следить за игрой, так что первое обновление, первый обзор это на моем канале по этой игрушке. Это 100%. Только я так часто снимаю эту игру на своем канале. Пока что я не собираюсь забрасывать, пока все нормально. У меня, конечно, преимущество, что у меня прокачаны персонажи. Хотя, как вы видите, это не сильно помогает. Возможно, если бы они хотя бы были не прокачаны, возможно, он бы и победил меня. Но это не точно, не факт. Все, это у меня последняя попытка. Мы ему, конечно, не дадим фору, мы его не пропустим. Танк ему нужно было просто мне прессинговать. Зря он там мялся, из-за этого он просто по времени даже не выиграет. Мы просто по максимуму будем защищаться. Вот зря он взял, он киборга взял. Шляпку его зачистим. Киборг крутой, но не здесь. Он слишком слабенький. Арти
артиллерия здорово нам помогает. Просто хочет к базе пройти, смотрите. Он пошел к базе. Да он сейчас базу снесу. Не, ничья, ребят. Отлично, мы оба крутые, оба молодцы. Офигенно. Драйв. То есть никому ничего не дали, да? Слушайте, дали хотя бы утешительно, не знаю, по 10 или там по сколько-нибудь. Ну вот, утешительно 20 нам дали. Ах. ДНК. Ну, было прикольно. Довольно-таки хороший чувак. Довольно-таки хорошо играет. Молодец. В следующей серии обязательно продолжим. Как-нибудь я, ну, все-таки базу переделаю, переставлю. Хотя, она довольно-таки эффективна у меня база. Вот. Всем до скорого. Увидимся. Пока-пока.